Начинается осенний сезон, и, конечно, душа требует новизны. Что-то хочется изменить в доме всегда, когда начинается новое время года. Правда же? И у вас так. А я научу вас без ремонта, без масштабных преобразований дать вашему интерьеру яркие акценты. И, конечно, начнем мы с нашего предложения дня. Итак, друзья, посмотрите, вот он розовый, кстати. Это в течение года был абсолютный бестселлер. Юля, сколько раз он выходил в лидеры? Но это не все. Не все. Украшает розовый цвет сливочный. Вот Оля вам сейчас его демонстрирует. И этот цвет вы заказываете чаще всего и вместе с любыми другими, потому что он очень хорошо сочетается с любым другим цветом шиншиллы. Итак, друзья, кстати, берите обязательно комплект, потому что вы выйдете на бесплатную доставку. Не забывайте, есть такая у нас акция. Ну что ж, следующий раз кофе с молоком. А мне это напоминает шоколадку. Вот ты знаешь, Оль, этот цвет заказывают тоже очень часто. Он тоже у нас в лидерах и в числе бестселлеров, потому что это... пастельная палитра, это палитра, которая подходит под любой интерьер, потому что коричневый это классический цвет. И, кстати, берут его чаще всего, Юль, ведь в комплекте, друзья, с персиком. Посмотрите, как они вместе благородно смотрятся. Мне очень нравится. Правильное сочетание по теплу. Вот он, наш персик, очень красивый цвет, вкусный цвет карамели. Этот цвет базовый, этот цвет классический, который впишется в любой интерьер. И, конечно, два этих цвета, это яркие представители нашей осенней коллекции. Юль, заказывая ведь любые две расцветки пледа шиншилла, наши телезрители тоже получают бесплатную доставку. Давай еще предложим вариант по цветам. Слушай, действительно праздничное предложение на день рождения шиншилла. Итак, давайте следующие цвета. Моя рука утопает в нежности апельсина. Этот цвет, когда будете заказывать, называйте оранжевый. Это яркий и сочный цвет. Его дополняет еще ягодный цвет. Вот эти цвета советую для того, чтобы сделать свой интерьер энергичным. А мне нравится серый. Посмотрите, какой он благородный. Слушай, вот у меня белая квартира, мне нравится, мне подойдет. Очень красиво, именно в белое, в бежево-светлое тона подходит цвет серый, он красиво украсит ли твой интерьер. Дальше глубокий фиолетовый оттенок, это цвет благородный, я его выбираю сегодня себе. Очень красивый цвет и фиолетовая палитра в моде в этом сезоне. А ведь наш плед еще и двусторонний, Оля, возьми этот приятный ягодный оттенок. Слушай, это получается два пледа в одном, ну по сути ведь, правильно? То есть за 2000 рублей меньше даже, чем за 2000, вы получаете два пледа. Вы только себе представьте, как это здорово. Слушайте, если вы действительно, как мы, любите вот такие необычные дизайнерские вещи, мы советуем сегодня заказать именно плед шиншилла. Он разнообразит ваш интерьер. Юля, какой размер? 220 на 240 – это большой евроразмер, с помощью которого вы можете укрывать кровать. И тогда она будет аккуратно и безупречно застелена, и ваша спальня приобретет необыкновенный шарм. А также вы можете укрываться сами, как это сделала Оля, потому что шиншилла абсолютно гипоаллергенный, вы можете укрываться сами, и она даст вам легкое тепло. Слушай, а еще приятно, что она не стреляет. Вот это действительно приятно, Юль, потому что вот эти тактильные ощущения, они очень важны. Нам хочется, друзья, чтобы вы тоже оценили вот эти прикосновения, как шиншилла бережно относится к вашей коже, как она мягко к ней соприкасается. Юль, ведь действительно хочется, знаешь, особенно осенью, укрыться в теплые пледы и присесть где-нибудь у камина. Оля, посмотри, как мы в считанные секунды превратили нашу кровать просто в произведение искусства, в ягодку. Почему? Потому что шиншиллой можно очень легко украсить интерьер и сделать его безупречным, аккуратным. Сегодня спецпредложение дня. Плед шиншилла отмечает свой день рождения. В честь этого у нас обновились расцветки, друзья. Плед шиншилла стал еще гуще, еще приятнее, еще комфортнее. Ну и самое главное, друзья, делайте заказ оперативно, потому что у нас ограниченная партия. Плед шиншилла можно использовать даже на пол, как ковер. Стелить его в детскую, он абсолютно гипоаллергенный. Плед можно стирать в машинке, и у вас не будет проблем с уходом. Итак, друзья, вот, слушай, Юль, так получается, подожди, три в одном, да? То есть это и плед, это и покрывало, это и ковер. Совершенно верно. То есть это мультифункциональный плед-покрывало, который сделает ваш интерьер необыкновенным, украсит его и станет его ярким акцентом. Причем абсолютно в любой комнате, будь то гостиная, будь то спальня или детская. Друзья, сделайте правильный выбор. Плед мультифункциональный, он еще красивый, и он действительно сегодня очень выгодной покупкой является. 1990 рублей. Выберите свои расцветки и звоните к нам в колл-центр. Оплата, тем более, только при получении. С пледом покрывало шиншиллы ваш интерьер заиграет новыми красками. И, конечно, с помощью пледа покрывала шиншиллы вы сможете необыкновенно и уютно оформить кровать, диван и кресло. Это, несомненно, яркий аксессуар для загородного дома, а на пол можно стелить в детскую.
только на телеканале Shop & Show. Есть такой ассортимент красок. Выбирайте, друзья, и наслаждайтесь индивидуально для вашего интерьера. Специально для вас, друзья. Ну и, конечно же, это прекрасный подарок. В первую очередь для себя, ну и на любой праздник.